Карьера на Дерсу, 28 декабря. Сейчас попробуем, как у нас обстоят дела со льдом. Толщина, наверное, сантиметр. Так что кататься еще рано. Но лед чистый, без снега. В принципе, можно отойти где-то на полметра. Лед трещит вообще офигенно. Красивым таким рисуночком морозным. Сейчас посмотрим, что на Волге, на Дорошихе, в районе ЖД моста, насколько здесь лед замерз. Здесь лед намного толще. Хотя, конечно, тоже хрустит. Здесь я метра на 3 отошел. Ух ты как. Не, кататься еще. Ой-ой-ой, бля. Так, сапоги попали в воду. Короче, кататься еще на коньках пока нельзя. Надо подождать.